Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова, и я хочу поделиться с вами очень хорошими новостями. Всем известный кошелек CoinPowerment запустил свой токен. Открывайте кошельки, проверяйте. У кого нет кошелька, ссылочку я оставлю на кошелек под видео. Значит, вот эта вот монетка CPS Coin. Смотрите, вот зайдя сегодня в кошелек, у меня вот смотрите, это в долларах $25. Замечательно, да? Это 250 монеток у меня. Сегодня вот, я не знаю, 100 монет. Короче, они дают тем, кто зарегистрировался. Я зашла, у меня было 150, и пока я тут искала информацию, уже стало 250 почему-то. Значит, смотрите. Вот эта вот монетка. Так, первый воздушный кадр Сискоин. Что он нам предлагает? Для тех из вас, кто сидит на месте, сегодня хороший день. Сискоин только что объявила о своем первом ICO. Монеты CPS, или как она там называется, не только первое ICO блоксине Сискоин, это проект CoinPowerment. Так, значит, что здесь еще они пишут? Выбор с десанта. Вот, airdrop. Согласно веб-сайту, 17 марта, сегодня у нас 15, еще есть 2 дня, чтобы получить эти монеты. Значит, будет сделан снимок всех счетов CoinPowerment. Каждая из этих учетных записей получит 100 бесплатных монет и также будет иметь право на дополнительные 25 монет для каждого нового пользователя. 1 июня 2018 года будет сделать снимок всех адресов кошельков вот этой монеты, связанных с псевдонимами, в общем, ну, здесь дальше. Вот. Такая вот хорошая новость. Кошелек очень хороший. Заходите, проверяйте. Посмотрите, сколько здесь у нас криптовалют. Очень много. Видите? Это неприлично много монет. Вот всяко разно. Это все можно как бы пользоваться. Вот. Вот это здесь доги у меня. Ну, вот битка немножечко я переводила на CoinNuggets, да еще там в проект. И вот тут еще как бы коплюхи остались. Ну вот монета, самое главное, это $25. Смотрите на счету. Кому интересно, присоединяемся и получаем бесплатные токены. На этом я буду заканчивать. Всем удачи и больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.